Мы сейчас находимся на восточном побережье острова Самуи, бухты Чевент, в ее центральной части, недалеко от Айриш-паба Большого, где проходят почти ежедневно концерты рок-групп местных. Здесь очень оживленный пляж, очень много отдыхающих. Даже несмотря на отлив, в принципе, здесь есть вода, очень комфортный вход в море. Если пройти буквально метров 50-60, в принципе, уже будет глубина, даже при отливе. При приливе здесь просто очень глубоко, пологий вход в воду. Ну, собственно, Сергей нам сейчас это и продемонстрирует. На самом пляже находится очень много ресторанов, кафешек, массажей, предлагают всякие услуги различного плана. Вот Сергей вошел в воду, он уже буквально прошел метров 15, вода уже по пояс. Ну, видно, что, в принципе, можно пройти метров 60-100 и будет глубина, но... Сейчас нам это не нужно. В принципе, понятно, что пляж очень комфортный, море тут чистое, вода прозрачная. Сергей? Ну, вообще, этот пляж считается тусовочным местом. Если что уж делать, смотришь, купаться здесь можно. Смотря что уж делать от купания. Если просто полежать тюленем на мелководье, это пожалуйста. Тут очень много отдыхающих именно этим занимается. Если вам нужно активное плавание, ну, придется, конечно, углубиться подальше от берега. Вот, там можно, в принципе, найти эту глубину. Пляж замечательный, заход великолепный, мелкий песок. Ну, в принципе, это специально оборудованный пляж для, вот, именно для цели отдыха, для всего для этого дела. Так что приезжайте, купайтесь, я думаю, здесь не пожалеете. Спасибо, Сергей. 24 июня 2011 года. Специально для samuidays.ru.